К другим темам. 27 апреля и 21 июня для якутян станут нерабочими днями. Дополнительные выходные появятся уже с 2017-го. Такое решение принято сегодня во время заседания правительства Якутии. Напомним, 27 апреля – это день республики, а 21 июня – национальный праздник ИСЭХ. Кроме этого, члены Кабинета министров обсудили распределение субсидий муниципалитетам на приобретение спецтехники по договорам лизинга. Принят проект и постановление о величине прожиточного минимума. Он составляет 13 807 рублей. Мы приняли постановление правительства о пилотном проекте части реабилитации и ресоциализации наркоманов. Это путем механизма выдачи сертификатов, реабилитационные центры, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг, гражданин только с его личного согласия после лечения имеет право получить этот сертификат и проводить реабилитационные мероприятия. Первые 6 месяцев реабилитация, последующие 6 месяцев ресоциализация.